это Лена, следующий испытуемый. Что нужно делать? Что нужно делать? Улыбаться, нас снимают. Как спортивный корреспондент, господи, как им тяжело. Ну что, легче, легче стало, а? Легче, легче. Давай, покажи, как ты умеешь. Давай. Do your best. Давай, прыгай через нее. Так, слово, значение слова прыгать здесь я объясню позже. То есть ты хочешь сказать, что я могу научить только плохому, да? Нет, я научился кататься. Видишь? Ну здорово, молодец. Это видео мы покажем на твоем дне рождения. А еще мы это видео покажем новичкам, чтобы они знали, как не надо делать.